have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки. Началось все неожиданно с самого диалога. Было бы логично, если бы игра сохранилась после диалога, но так получилось, что нет. Так, навыки. Давайте, мы с вами шли вот в эту сторону, в инженерию. Позволяет открыть любой сейф. Да, вот. Раз. Два. Три. Все. Здесь мы закачались полностью. Мы можем открывать любой сейф без комбинации, мы можем перепрограммировать вражеские турели. Меня это все устраивает. Снижение... Так, инженер, бонус модификации чипа. 30%. Ну, короче, я не знаю. Я не уверен, что мне нужно время перезарядки после рывка. Я не хочу тратить сюда еще 4 поинта. Следующее, предлагаю прокачивать дедукцию, потому что отмечать расположение ценных предметов на карте и получать на 30% больше очков опыта, это нужно. Вообще, по идее, нужно было бы в самом начале сюда качаться, но что у нас, с помощью предохранителя вы можете восстановить 50 очков здоровья. Так, дополнительный предохранитель мы получили здесь, да, и плюс 10 бонусов очков здоровья. Сначала я хотел сюда, но фишка с сейфами, жадность меня все-таки поборола. Но теперь, когда мы прокачались до сейфов, извиняюсь, мы можем идти в дедукцию, потом уже и, наверное, в сканирование каждого врага в поле, заставляет пули отскакивать. Скашившие пули, посмотрим, психология. А вот это еще хорошая штука, снижает порог результата для главных героев. Хорошие варианты в диалогах. Это тоже хорошо. В общем, пока что следующий идем в дедукцию. Также на надо получать на Auto 9, который AGM. All done. Robo, there's something I need to show you. Now for something positive. The daughter of Jens Danielsen, prime minister of Norway. Я вряд ли тут нюк найду, да? Давайте мы возьмем улучшение на пистолет. Это плата. Плата в пистолет? Извиняюсь. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. Ну давай посмотрим. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, что? Серьезно? Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Мне это надо. Так, улучшение для Auto 9. Ставь чип пустой разъем материнской платы. У чипов разные типы соединений, уровни и усиления. Используйте чипы для питания других частей системы. О, что ж такое? Для улучшения Auto избегайте красных компонентов редукторов, которые понижают характеристики оружия. Избегайте красных. Супер. У каждой материнской платы есть свои специализации, компоновка и преимущества. Можно использовать только одну, ну, это понятно. Нажмите L. Вот что я подбирал, вот что у меня я понял, вот что у меня прогружалось. Значит, их надо продолжать искать. Окей. Увеличивает кровавость спецэффектов. Блин, мне это нравится. Здесь нужно... А ты что, автоматический режим при зажатом спускочке? На самом деле неплохо. Объединение чипов. Я могу соединять проценты? Стоимость магазин. Так, стоп. Мне нужен... Урон оружия. Источник энергии. Тут я одинаковых чипов, кстати, не вижу. Окей. А, это мне нужно... Сейчас, секунду. Если там не будет... Я понял. Не получается, нужно собирать одинаковые из них.
А оно мне выдаст такой же? Я хочу проверить. У меня вообще есть вот такие вот на раз, два, три, без правой. Вот есть без левой. Ну, на самом деле мне оно... Я могу потом выехать и через верх. Но теоретически мне бы лучше... А у меня есть практически все, но у меня нету того, которое мне надо. Так я понимаю? М. 5%, 5%. Это 5% понижения урона, ухудшение 5%. Ухудшение чего? То есть, допустим, у меня вот есть разброс при стрельбе. У меня есть одна такая... Одна такая. У меня есть много вот таких на 4 стороны. Здесь мне на 4 стороны, в принципе, годится. Давайте мы попробуем как-то работать. Я возьму одинаковые и спаяю их. А, я получу с рандомный... Окей. То есть сюда мне нужно ставить только те, которые мне не надо максимально. С 20%. Извините, я только сейчас понял, как это работает. Окей, мне сюда вот нужно вот такое, чтобы оно не давало мне. Вместимость магазин плюс 17%, урон оружия 18%. Вместо них нужно просто то, что получше. Я вас понял. Так, теперь который в ту сторону он мне дает 16%. Я понял, в эту сторону мне не надо, мне надо вверх-вниз. У меня есть вверх-вниз 14. Супер. И теперь мне нужен в две стороны 13. Я получаю больше крови. Теперь мне нужно... Здесь я в любом случае буду получать дебаф, да? Да, здесь я в любом случае получаю... Минус 5% пробития брони. Но вот сюда вот, если я найду одну вверх, она у меня есть. Я могу сбалансировать свой дебаф и дать себе дополнительное... Хорошо, я понял, как это работает. Здесь у нас... Я могу, в принципе... 20% ухудшения... Я получил только один дебаф на 5%, самый незначительный. И без него все равно не обошлось бы. Потому что мне нужно, чтобы через него проходило. Окей, все. Назад. Супер. Это, кстати, очень интересная механика. Понимаю. Так, ну ладно. Если Варик искать здесь побочки сейчас? Блин, прикольно. Мне понравилось. А, идем, наверное, на стрельбище глянем. Ясно. Я же говорю, на самом деле, не особо расстраивать по поводу Льюис, потому что я не знаю почему, вроде как все нормально, но она мне чем-то... Чем-то здесь бесило. Братья в синем. Рамирос, я оставил твою форму в шкафчике и даже дырки от пули заштопал. Можешь не благодарить. Но если услышу, что ты снова называешь меня бабулей со спицами, будешь патрулировать улицы в одних трусах. Кап. А, у меня побочек не появилось? Нет. Я бы хотел. В душе ничего такого не найду. Или никого. Мыло упало. Знаете, это старая шутка.
Ладно, но она была про Терминатора, поэтому я не буду ее здесь рассказывать. А те, кто ее поняли, ну, я вам сочувствую. Что у нас тут интересненького есть? Че, чувак, заманался? Ты бы очки снял, неудобно так. Ну ладно. Информация о медицинском страховании. Информация о медицинском страховании, здравоохранение OCP, Детройт, офицер Курц, короткий. Отвечая на ваш запрос, мы хотим отметить, что в случае досрочного выхода на пенсию, медицинское страхование, которое распространяется на вас и вашу жену, будут прекращены, его невозможно будет продлить. Мы беспокоимся за здоровье вашей жены, так как она активно пользуется страховым пакетом для лечения онкологических заболеваний, поэтому рекомендуем вам продолжить работать на полный срок. Ясно, шантажируем потихонечку, да? Сочувствую тебе, Курц. У всех то пицца, то какие-то огрызки, то кофе, но я могу это понять, в принципе. Magnavolt commercials are not kidding when they say lethal response. What do you mean? Lethal response. Mark has to call the cops to collect the body of a dead burglar from his front yard. А чё вы на меня зырите? Я, ну, как бы, ну, наверное, да, но на самом деле нет. Интересно, наверное, так смотреть на праздно шатающегося робота туда-сюда. Что? Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for. Хочу, да. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card. Yeah, I know it's. It's just that we want to let her know we're with her. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Так, переходим на это задание. Не совпадает. Я должен искать Ковальского, потому что я не знаю тех, кто работает в моем собственном участке. Это офигенно, да? Ну, ладно. Я должен еще и со спины чувака сканировать. Так, это я сканировал. Где-то в холле. Совпадает. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. Так, а что у тебя-то случилось? There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Не торопитесь. Understandable. Take your time. Understand. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. С Курцем у меня будет, получается, дополнительный разговор из-за того, что у него проблемы. Надо бы как-то попробовать ему помочь, может быть. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. As he My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh,
Talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. А Робокопа официально попросили принести полотенце. Класс. Yellow by my locker. А извините, пожалуйста, а почему ты пошел в душ без полотенца? There you go. Okay. Thanks. Just give me a minute. Here, sign. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Нет. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. И у нас не будет никакого больше продолжения с этим желтопопом. Ну ладно. Я надеялся, что это выведет куда-то. Так, это вниз. Это вниз. Так, рейндж сюда у нас. Я не хотел. Теперь, видимо, придется. На самом деле мне нравится автоматический огонь пока что. Ладно, одну мишень пропустил. Да, ты. Чё-то такая светлая. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Нет. I guess you don't have any problems with it. Ну что, в отличие от тебя, стрелять умею? Наберите как минимум 15 очков. Не хватит. Your service weapon is calibrated correctly. Просто у тебя руки кривые. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Так какой из тебя профессионал, погоди. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Нет. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me.
Я понимаю. It is understandable. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Так. Что же еще? А мы тут были? Я могу туда вообще попасть? Это серверная. Кстати, я, наверное, подлечусь. Потому что... Я думаю, я всегда смогу найти... Еще там птичку. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. Ты часть отряда? We are a unit. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Так, поздравляю, Льюис. Отлично. Это сделали. Тут ничего у нас больше. Окей. Все, тогда пойдем к сержанту. Я не могу перезарядить. Воу-воу-воу. Полегше. Я не могу перезарядить пистолет. А зачем? А зачем? А. Это... Ладно. Я ничего такого не найду. Я не могу подключиться ни к чему из этого. Ладно, окей. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Нет. Officer Washington will become Нет. Your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action.
Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo. Never question your superiors. Как бы нам вот это, от этого урода избавиться? Он подбешивает. Архивы. Hi, Murphy. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, you know, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Working perfectly. Good as new. Мне нужен компьютер, да? Или не один из этих компьютеров, ладно. I am detecting a malfunction. That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. Видишь? I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Посмотрел, проанализировал. Оп, тут неисправность. Так, хорошо. Иди сюда. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Так, иди по кличкам. И все-таки работы, сервер недоступен, отпечатки пальцев, образцы. Так, а отделение полиции Детройта по материалам тел поиск. Never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Briggs. Briggs. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Металлургический завод. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Ясно. Point. Извините, что? Ладно. Навыки у нас идут в дедукцию. Больше опыта за заметки. Да, кстати, хочу. Хорошо, покинуть участок с удовольствием, прям в гараж. Need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. We can't trust them. God knows what sort of people they are.
Let's stay sharp and smoke them out. Это интересная заметка. Ну что ж, поехали. Думаю, нам пора. Да. Ah, RoboCop. I was looking everywhere for you. Отстань, мелкая зараза. Знаете что? But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, я тут радовался, что избавился от Льюис. Нет, ее просто выкинули, чтобы поставить, повесить на меня вот этого вот засранца. Я его вообще терпеть не могу. I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh man, that's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? RoboCop? Don't do this to me. Not on my first day. Отвали отсюда, засранец. Прилипалу ко мне прицепили, блин. Его специально сделали максимально надоедливым, максимально отвратительным. Сейчас посмотрим, к чему все это приведет. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently, none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. Я буду на машине ехать? I'm gonna get fired. Так, черт у тебя. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. Да. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate with... Yeah, it's big, not huge. ...without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Это лучший ответ, который мог быть. Сходу кошелек. Типа... Каждая такая штучка, она звучит как «Спасибо, что зашел». Пулек у нас много. Тут я согласен. L 14%. То есть из какого-то мне выпало 3 штуки, из этого мне сейчас выпал 1. Но в любом случае достаточно удачно заныкано такое. Так, найти Брикса. Большое подозрение, что Брикса живым мы не увидим. Но это уже другое дело. Музло.
О, это мне нужно. Поделись сомнениями. Слышал, что кому-то не нравится, что я приказал избавиться от нюка, который мы стащили у грязных горячих голов. Уличные стервятники наркотики не принимают, у нас есть правила, и если мы хотим построить империю, нам надо придерживаться их. Кого-то это не устраивает? Давайте скажите мне об этом, я с радостью отрежу язык тому, кому не нравятся мои приказы. Чувак, ты слишком болезненно относишься к критике. Это плохо для вас закончится. Это плохо для вас закончится хотя бы потому, что я здесь, но это уже другое дело. Смотрите, сколько тут этих контейнеров, если зайти в правильный угол. 14%. То есть я смогу найти еще и другие материнки, еще и... 14% это, конечно... серьезно. Что весь видит и в зевот тянет. 14% это хорошо, но я так понимаю, что дальше можно будет находить очень интересные вещи. Полицейская тачка. Нам сюда. Первое правило игр. Если ты нашел, куда тебе, не иди туда. Blood trail visible on the ground. I will follow it. That's what I figured. Тут ничего больше нету. Хотя ладно, давайте я уже посмотрю на нее. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. There is blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look. На что я смотрю? Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. А на это я смотрел. Сканирование успешно. Посмотрел на дверь. А, ты, наверное... I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Отказано. Так, тут что-то есть? Это ведет сюда. Территория просто огромнейшая. Это я заберу. И это я заберу. Это уже третий ящик. Жаль, что я не могу просто вытащить пистолет, когда мне хочется. Явно какие-то левые места. Смотри, сколько тут всего разбросали. Типа, жевать, не переживать. Тут потеряться вообще легко. Вот прям изички. Место большое. Не огромное, как он вначале сказал, но реально большое. Офигенно. Вот этот ящичек. Ага, это тут сверху прям. Не зря зашел. Это вот здесь вот наверх можно было подняться возле полицейской тачки. Я вас понял. Ладно, давайте вернемся, попробуем пройти по следу немножечко. А след ты не туда вел, да? След сюда вел.
Ну-ка. Туда. Теоретически сейчас еще вот тут гляну. На самом деле, вот с появлением вот этого вот второстепенного глупенького персонажа. Я по ним попадаю, типа. Ничего, мне уже сняли 10% хп. Кто? С чего? Его просто сбил. Пока что это случилось только с твоими дружками. Мотоциклеты. Я ненавижу мотоциклистов еще начиная с Vice City. Так что я думаю, мы с вами поладим. Ой, еще так удивляюсь, что эти придурочки так просто смотрят, такие полицейские. Можно, пожалуйста, без хреновой музыки уже который раз? О, тут в этом лабиринте не будет какого-нибудь кон... О, тут будет что-то интересненькое. В смысле? А, это газовая бочка, фига себе. Тут ничего такого нету. Есть. Всякие мелочушечки то тут, то там разбросаны, и на том спасибо. Эти мотоциклеты нужно поразбивать нафиг. Ненавижу их. Музыка просто ужаснейшая. Я обожаю рок, обожаю металл, но вот этот вот трэш, это вообще... 14%. Угу. Ну, а, я думал, мы сходу сейчас... Блин, и тут слышится эта музыка, да вы издеваетесь. Чпонька. Бам! Неплохо. Просто... Так, автомат... Чего? А, это уже какая-то другая штурмовая винтовка. О, это моё. Взять?
А, да? И так тоже можно? А, так, авто. Там мне придется какие-то комбайнить. Урон оружия. Так, объединение чипов. То есть, получается, самые фиговые надо объединять? Или... процентный. Двадцатипроцентный. Слушайте, реально это работает. Пока что, по крайней мере. Если мы 14% объединим, получим... То есть пока что получается все выше. Это другая... Максимум остальных зарядов. Извините, что? Так, Auto 9, подожди. Назад. Сбросить. Плата. Объединение чипов. Сбросить. Восстановительных. В смысле восстановительных? Это же не... Они так не... Это же... Какого... Это так не выглядит... Какой же бред. Теперь мне придется сюда опять вкачиваться. Так, хорошо. Давай сюда двадцатку. Сюда мне нужно... Вот есть семнашка хорошая. Сюда мне нужно... Что-то, что пойдет во все стороны. Нет, сюда мне нужно что-то пойдет только вверх или вниз. Вот это 14. Сюда. Нужно, чтобы без верха был. Вот этот 16 мне вполне подойдет. Извиняюсь. 22 у меня есть хороший, но он... Чисто теоретически, сюда 22 он мне подключит все? Все. Мне не надо тратить этот. А значит, вот сюда можно поставить 20-ку. Вот, а сюда можно поставить... Что-то вот 18. Хорошо, хорошо. Так, окей. Вот это на самом деле максимально странно. Почему я не могу их брать? Ладно. Иди отсюда. Придурочный. Так. А почему оно не простреливается? Оно... Там... Механика этих бочек мне непонятна. Так, 58. Вот, вот эти вот, да, мне говорят, что типа, вот, хилишься. А почему я только на 99% хилюсь? Почему не на 100? Оп, бумажечки компрометирующие. На самом деле странно. А, я не то хотел навыки, хотел посмотреть. У нас 470. Так, тут ну... Подождите, а куда нам? Это тупик. Я что-то тормозю. Куда? Так, вот мы зашли в дверь.
Вот тут вот мы постреляли, вот тут мы постреляли. По идее, мы должны были сюда пройти. Так, так. Сюда я зашел за бонусами. Сюда пошел дальше. Здесь были эти утырки. А, вот и... Ну, вытащи голову. Чик. Да, с автоматикой мне нравится. Микро ПП. Сумочка валяется. Интересно, куда он это все складывает? Или это... Ну, я понимаю, что это игровая механика, все дела. Ей. Spread out! И чё? Офигеть ты плотный, чувак! Сколько по тебе надо было стрелять? Тебе отстрелили голову, и ты такой после этого... А, моя голова! Да, интересно. Я забираю, должен был через здесь зайти. Да. Эта фишка с пробиванием стен мне нравится. Я очень боялся, что этого здесь не будет. Ложись уже, отдохни. Да, с пулеметом меня бы тут, конечно, встретили. Интересно. О, чувак, это тебя не спасет. Это тебя. Вот. Боевой дробовик. Кстати, дробаши тут не всегда. Алкоголь это плохо, понял меня? Давай потрендим. I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. Да-да-да. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Do not move until I return. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Хорошо. Так, X. Автоматика, полуавтоматика. Я понял, по крайней мере, переключаем режимы. А, ребятушки, тогда на этом будем заканчивать. Тоже серия начинает не влазить, поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда.